Я пришла в аптеку, чтобы меня принял доктор Сухом. Здесь прекрасная совершенно пуджа. Пуджа, аптеки. Прекрасная моя птица беременная, совсем скоро не будет работать. Как-то так. Это из его коллекции? Да. Федора коллекции. У меня сегодня не очень хорошее настроение. Я решила съездить с другом, у него день рождения. И отпустить еще парочку рыбок в озеро, в котором купаюсь. Это ветеринарный магазин в Каргау. Ну что, взяли? Взяли рыбу. Ну что, поехали в озеро отпускаться. Отпускаться. Зацвело и высохло. Посмотрев на свое отражение в сточной канаве, каждая ее капля наполнилась состраданием. «Гордецы, доверьтесь мне», — шептала сухими губами, «и я пролью на вас потоки живого знания». Но никто не верил, что она вот так может даром бескорыстно отдать все то, чем богато. И что взамен она ничего не попросит. Ей достаточно лишь слова спасибо и доброго взгляда. Вода. Обними меня, вода, вода, вода. Ты внутри меня, вода, вода. Заплаканный посреди ночи, в рваных лохмотьях беспокойного жуткого сна, зов добродушных дельфинов разбил ее одиночество. И вода вспомнила, кто она, рукодельница, что вяжет рубашку для Бога, пряжа ослепительно, изумрудного цвета. Мне нежности к нему стало настолько много, что Бог купался в океане неги. И зазвенел ее голос колокольчика. Пряди волос мягко падали на гибкие плечи, а ткань реальности взорвалась святыми источниками, и все живое устремилось к ней навстречу. Вода проникла во все, и все водой дышало. Мир раскрывался, как бутон, напитанный нектаром. Вода спасала, вдохновляла и преображала. Она и есть любовь, так все вокруг. Дом там. И здесь. Ля потар. Кто-то здесь жалуется на острое, а ты меня вообще не хватает. Жаловаться на пресное. Да, она же сторона не пресная, но видите пресная. Без табаски жизнь, господа, табаски и жизнь это лучше, чем женщина. Вот это вот лучше, чем женщина, товарищ. Такая сочная, горячая. А ты знаешь, что у некоторых людей есть аллергия на оргазм? Ну, слава богу, нет. Я узнала и была очень сильно, ну короче, мне было смешно. Не, мне было прикинь, не дай бог. Ну все, я тебе все рассказала. Приятного аппетита. Опа! Вот так вот я ехала мимо сервиса Тикея, меня застал дождь, вон мой байк. Я тут же забежала под крышу с ребятами. Вот. Дождевичок свой положила. Думаю, не время ехать, раз уж такая свистопляска. Не сильно она довольна выглядит, да? Вот такое происходит, когда начинается дождь. На дороге организуется слякоть и трындец. И ты уже ничего не сделаешь. Едешь просто, скользишь, а не едешь. Shut the fuck up, man, if you scared. No, 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 be in your life. Listen, mommy, dumb, and then I talk about the legal aid. If you scared, shut the fuck up, man, if you scared. No, 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 be in your life. Listen, mommy, dumb, and then I talk about the legal aid.
Ашонская река. Ями-ями. А? Куда-то надо человеку. Мотогонки. Классный байк. Good байк. Да, занимается байком. Good. Go underwater. Вот так вот мы живем. Выхожу я на свет Божий из Тикеевского сервиса. Вот так вот. Дождь прошел. И что? Мы задвигались. Я тоже задвигалась. То туда, то сюда двигаюсь. Ну все. Как говорится, спасибо этому дому, пойду к другому. Поехала я на свой appointment. Хотя тучи говорят об обратном. Что я нихера сюда, вообще сегодня никуда не поеду. И буду тусоваться у Тикея в сервисе. Кстати, Тикей занимается с детишками, прикиньте, починкой байков. Это вообще жара. Вот такая вот круговая черная туча, она у вас не сильно черная, у меня вообще чернющая. А вот туда вот мне надо в более-менее светлое место ехать ухсое смотреть. Ну что, я пришла на прием к врачу с ухом. Сейчас он посмотрит мое ухо, а потом посмотрит мои зубы, скорее всего. Прекрасная совершенно зона ожидания. Вот такая вот с елочками, со всеми делами, мандрами. Рядом с Гаримой, Мангарима. Вот там вот улица основная, фруктовая палатка вон там. А вот там бывший мандарин за углом. А мы вот здесь вот я сижу и жду своего приглашения к врачу, прикиньте. В такой атмосферке. Сюда просто можно приходить, мне кажется, позалипать. Тут достаточно тихо, можно поговорить о главном. Сегодня отмечаем день рождения Жени. У меня сегодня было с утра страннейшее настроение. Я хотела убить кого-нибудь желательно очень быстрым и самым болезненным способом. Мы ходили на озера, купались. Потом поехали есть в кафе «Гималая». Потом у Тикея была. И сейчас приезжаю к ортодонту и к дантисту и понимаю, что уже 6 дел. Я все нарушила, как всегда. Все. Как это? Миссия провалена. Одно дело в день. Опять выполнила. Вы когда-нибудь уговаривали себя строить дом мечты? Вот. О чем и речь? Об этом не уговаривают обычно. А у меня последние 4 дня я уговариваю себя сделать дом мечты. И все упирается в документы. Из чего я приняла такое решение, что у Светочков все очень туго с документами. Смотрю, начинают что-то делать. Раз, документы, опа, и все. И люди уже ничего не делают. То есть система работает исправно, она не вдохновляет, а именно затормаживает процесс деяний. А я считаю, что люди, которые что-то делают, их крайне мало, и мне кажется, надо поддерживать эти деяния человеческие, а не гнобить людей документами, чтобы они еще оправдали, что они хотят это сделать вообще серьезно, если... Все там как? Разобрались? С оплатой. Эти два телефона, я вообще не понимаю, как это работает. Тут даже фонарик не выключил, как бабка старая. Короче, позавчера включила свой старый мобильник и поняла, что у меня тут вообще прошлая жизнь вся моя. До мая 21 года. Прикол. Мы с Дашкой встретились в июне, и как будто... Вот я смотрела этот телефон вчера, и думаю, блин, как будто этого человека даже и не было в моей жизни. Там даже нет маленькой переписочки с ней. И зато есть куча переписок с этим... с
Господи, прости меня, Господи, грешный мужчиной, который у меня был. Тоже смотрю, как в уши срет. Какой красавчик вообще. Вот уж точно бабу любит ушами. Если бы я была немножечко повнимательнее, я бы смогла это прочитать еще до того, как это все разразилось таким скандалом. Но каждому из нас нужен урок, видимо. Так что на сегодня с дождями закончено. Может быть, только вечером, когда будем смотреть фильм. Думаю показать Женьку фильм. Называется «Новейший завет». Вот если захотите сегодня посмотреть что-нибудь классное, включите «Новейший завет». И вы тогда много чего поймете. Вот что такое значит, когда человеку говорят, когда он умрет. Что вообще изменится в его жизни в одну или в другую сторону. Что он будет делать, выйдет ли он завтра на работу, научится ли играть на геликоне. Ну, короче, куча важных вещей, которые мы еще не осуществили. И я вот думаю, если объявят конец света через полтора месяца, допустим, объявили такие, все. Тогда-то, во столько-то, все. Думаю, ну хорошо, чем я буду заниматься? Пойду ли я к дантисту? Вполне возможно. Чтобы улучшить свое качество жизни, чтобы не болело. Пейнкиллер. Просто самым популярным, мне кажется, препаратом на ближайшие полтора месяца станет пейнкиллер. У каждого свой. Но сколько я не спрашивала у людей, они говорят, ну что, пойду пробовать все наркотики, которые не попробовал, устраивать оргии и прочее. В этом плане есть очень классный фильм «Друг на конец света». Тоже посмотрите, вообще кайфовый. По-моему, вот прям про сейчас. Зомби-апокалипсис. Короче, «Моменто мори». Когда-то она... А мне, по-моему, пора на инквизицию. В чем твоя профессия? Чем ты занимаешься? Я делаю видео и рисую картины. Что ж, сначала мы должны определить, какой из пяти элементов тебе доминирует. Если, допустим, огонь, ты должна продолжать есть там чили, острое, красное, для того, чтобы это выходило. Мы щупаем пульс для того, чтобы определить мою дошу. Потому что у меня была раньше земля капха, когда я весила очень много. А теперь я, оказывается, еще и немножечко огонь. Доминанта – это огонь. И немножечко слизи капхи. Располагается она в твоем теле вот здесь. В груди у тебя находится огонь, а чуть ниже в кишечнике находится капха. И ты постоянно кашляешь, потому что у тебя скапливается мокрота. Это твоя любимая игра – поесть и поспать. Завтра с утра просыпаешься и понимаешь, что запах изо рта. Допустим, если ты ешь кеши или арахис, а потом спишь, то будет запах изо рта. Что я могу есть для того, чтобы соблюдать эту диету и поддерживать себя здоровой? Пита – это значит огонь. Это значит печень и желудок. Если в теле огонь, то надо выполнять упражнения. Пой мантры. Это помогает огню выйти из твоего организма. Ты должна есть регулярно для того, чтобы твой и огонь выходил. Дальше, после еды, обязательно гулять. 1000-2000 шагов. Могу ли я сделать какие-то физические упражнения на турнике? Да, конечно, можешь. Я тебе дам кое-какие таблетки, которые очистят твою печень, потом придешь ко мне. Через дней 15. Пощупали, проверили пульс, пульс в норме. Все в норме. Желудок надо привести в порядок. С настроением проблемы. С огнем. Короче, надо правильно есть и каждый день заниматься. Вот что я тут точно поняла. Вы посмотрели мои уши, внутри ничего не обнаружил. Обязательно регулярная еда. И
вот эти вот таблетки принимает для очистки печени перед едой. Ешь только на ужин только овощной суп без курицы. Тебе нельзя огурцы, цукини, арахис, кешью. Нельзя. Мой дедушка, у него есть некие проблемы с суставами, ему 92 года. Я покажу ему, какие таблетки может купить и каким массажем может пользоваться. У него в Москве есть прекрасная аптека, в которой он все может купить, так что... Суставы подлечим тоже. Моя соседняя дверь — это стоматолог. Будем проверять, не проблема ли в зубе вот здесь, вот который задний у нас был. Мы с Саитой его смотрели уже и думали его удалять. А теперь у меня вся левая часть болит. Я думаю, может быть, это из-за этого. Мы посмотрим, что. Пасти полазим моим. Может быть. Ничего, и рот мы тоже посмотрели. Сейчас поговорим, что надо делать. Походу удаляться будем. Жизнь, такая жизнь. Придется без двух братанов жить. Вот так вот. Тендеш. Бис. Чарис. Все мое. Здесь можно всегда набрать, ребят, аюрведические препараты. Все есть. Вообще все. Это в Мандраме. На старом месте в тот же час можно набрать любые аюрведические препараты, которые существуют вообще в Индии, и полечиться. Кстати, вы можете отправлять отсюда аюрведу, а может и не можете. А в России есть прекрасные совершенно аптеки, в которых тоже можно все это заказать. Интересно, у них есть интернет-прием? Такие вот таблеточки в маленьких пакетиках. Набрали мне все по рецепту. Окей. 880, ребят. Это вообще подарок небес. Спасибо большое. Высвислен. Под дождь. Пробую добраться до Досной Рамбольской. Обгорел мой нос. Но там вроде светло, куда я еду. А опять справа туча, слева светло. Еду налево. Выбираю всегда налево ходить. Я ведь королева, могу сходить налево. Иногда хочется остановиться и просто никуда не бежать. Наконец-то уже. И это обычно эта точка дом. Так что за моей спиной гуанский закат. А я иду домой. Очень насыщенный день, я считаю. Мне скорее заниматься физкультурой. Это не съемки с коптера на Ютьюбе. И не сюжет на каком-нибудь Animal Planet. Это солнце бьет свой священный бубен, и ты стоишь облаков, добровольный пленник. Да ты шагнул за границы телесного. Там столько страхов сидело, насупившись. И там летать было так неуместно, как бы чего ни случилось, и не дай бог оступишься. Танцуй, танцуй, не боясь обессилить. Или опять показаться кому-то неловким. Ты больше не селебрити и не мессия. Прыгни с вершин без снаряжения и страховки, и ветры подхватят тебя так бережно. Вдохнут в тебя музыку неизбежности. Ее не услышать ушами, веришь ли? Но в сердце слабостям она не даст нежиться. Из тебя вырвется лава, и все невысказанное. Обиды воронами из груди выпорхнут. Ведь невозможно врать, юлить, заискивать, когда душа твоя наизнанку вывернута. Танцуй на взрыв, самозабвенно, яростно, сквозь боль и смерть, надежды и мечты губя. Ты и не знал, что в твоем сердце столько радости. Всего себя отдай и обрети себя. Танцуй. Танцуй, танцуй. У подножья скал, вовьюги из прошлого и песка. Подумай, это то, что ты искал. Танцуй, лети. Когда кажется, что сбился с пути, растворись сейчас, поверь мне. Танцуй в последний раз, как в первый. Я вздымаю руки к этому небу, свои косы обращаю в пепел, сгораю, ведь мне дарай.
Дай обратно, я танцую. Развивается платье, вырваться прочь из порочной цепочки родниковой песни, будучи самой любимой точкой. Впрочем, не важно, какие я тянула вожжи, разы важнее танцевать до дрожи. Не жаль, мой танец не снимает с GoPro. Шаг, я ступнями вбираю краски мироздания. Твой главный шедевр, твое полотно. Телом не ощутить, не уловить глазами. Пах неловко, интуитивно пал тонкий мир. Пресловутый май, перед тобой все маршруты, ориентиры. Но только в танце не сходит осознание. Танцуй, танцуй, танцуй. У подножья скал, во вьюге из прошлого и песка. Подумай, это то, что ты искал. Танцуй, лети, когда кажется, что сбился с пути. Растворись сейчас, поверь мне. Танцуй в последний раз, как в первый. Танцуй, танцуй. Танцуй во имя и вопреки. Танцуй, лети. Танцуй на его и в заводи. Солнце сияет, не требуя благодарности. Осень не плачет от цветения, одев багрянец. Вместе слияние реки печали с рекой радости. Ты завершишь свой последний танец. Действовать. Может, 10 лет предел любого терпения? Не знаю. Зато я точно знала, что хотела исправить ошибки отца. Но прежде я хотела наказать его. Испоганить его жизнь, как он испоганил мою. Назовите это возмездием. Теперь, при любых обстоятельствах, я должна была уйти. В пятницу мы с Вилли решили, что отныне каждый день будем звать не понедельник, вторник или среда, а январь, февраль, март. К концу недели мы уже 7 месяцев не расставались. Shame is gone.